Андрей, к тебе первый вопрос. Как готовились к матчу? Достаточно принципиальный соперник. Может быть, какую-то определенную схему выбирали перед матчем, что-то своим ребятам говорил, как настраивались? На самом деле, настраивались, как обычно, на все игры. Вот, понимали, что соперник, ну, фактически без, там, не знаю, одной минуты чемпион. У нас длинная серия матчей между Кастильей, и хотели наконец-то хотя бы выиграть. Ничья уже была один раз. Вот, но, как обычно, не получилось. Еще плюс с народом у нас сегодня очень плохо. Вратари у нас сломались. Ну как, один вратарь, второй полувратарь. Сейчас уже третий у нас стоит. Поэтому у нас что-то сложная ситуация. Особенно вот, ну, к такому сопернику и составу мы подошли очень плохо. Но боролись, пытались что-то сделать. Ну, не хватило. Кость, что показалось самым сложным в преодолении противника? Какие самые сильные сегодня можешь стороны выделить? Самое сложное у нас было преодолеть веселое настроение Романа Шмойна в защите. А так, я думаю, если бы... Ну, Лукиспорт, честно говорить, не особо доставили нам сегодня проблемы. Но если бы не кадровые проблемы бы у них, я думаю, все бы сложилось, ну, по-другому. Был бы опять сложный матч, там, может, 1-2 гола кто-нибудь да выиграл. Вот, а так, ну, к сожалению, так получилось. Психологически как себя чувствуете после очередной победы над принципиальным противником? Ну, как, хорошо. Мы идем к своей цели, которую поставили в начале сезона. Там осталось выиграть две игры. Хотелось бы в следующие выходные это сделать. Но и хотелось бы пожелать Лукиспорту, чтобы все-таки повыше они были, так как мы уже давно знакомы между друг другом, играем с другом очень давно. И очень, ну, как бы расстраивает тот факт, что у нас, допустим, получается, а вот у них как бы не очень. Андрей, если в Кубке снова сойдете с Кастильей, будет ли теперь какая-то особенная подготовка, как-то подгонять, будешь всех на матч собирать? Да, так же все будет. Если народ, как Костя сказал, соберется у нас, то, я думаю, игра, возможно, получится другой. Хотя, вспоминая матч за Суперкубок, как бы и народ был, но тоже в начале сезона первый круг у нас очень провальный. Вот. Ну, началось все Суперкубка, и первый круг так продолжился. Вот. Но если вспоминая, конечно, игры прошлого сезона, когда боролись, прошлого, позапрошлого, ну, всех сезонов у нас буквально в 1-2 мяча разница была. Поэтому если народ соберется, ну, все-таки рабочий день, вот, то игра может быть интересной. Но опять-таки нам надо пройти. Ну, не знаю, как мы. Кастилья должна проходить. Они все-таки, народ у них собирается, очень стабильно играют. Вот. А у нас как получится от настроения, от народа.